Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит, приходи к нему лечиться, и ворона, и волчица. Такой забавный Айболит встречает пациентов и их родителей у входа в детскую городскую больницу. Малые архитектурные формы преобразили внутренний двор. Еще в прошлом году по периметру высадили более 300 кустов и деревьев. Крымские сосны хорошо прижились. Работы по благоустройству продолжаются в этом году. Лепные сказочные персонажи оживили зону отдыха. Белоснежка с гномами, персонажи из сказки про Золушку, самые любимые детские герои. Появились новенькие скамейки. Дети реагируют, конечно, очень им интересно. Хочется всем потрогать, кому залезть на эти грибочки, на этих гномиков. Ну, в общем-то, это придает позитивных эмоций однозначно детям, которые находятся здесь у нас на территории больницы, будь то на лечение, которые пришли, либо на обследование в поликлинику. По договоренности с Зеленстроем у нас планируется высадка дополнительно здесь зеленых насаждений, декоративных форм. В здании больницы для маленьких больных оборудована комната отдыха. Широкоэкранный телевизор транслирует детские передачи, мультфильмы и любимый киножурнал «Ералаш». Небольшая библиотека помогает скрасить досуг. Позитивные эмоции, которые стараются подарить ребятишкам взрослые, придают им сил и ускоряют процесс лечения.